Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Остроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Гороскоп на 21 мая 2018 года. Овен, сегодня вы будете полностью погружены в себя. Чудесное время для научной работы и духовных практик. Вы можете начать заниматься йогой, это пойдет только на пользу. Телец, возможно, в личных отношениях что-то пойдет не так. Вам следует проанализировать, что вы делаете не так. Не стоит продолжать общаться с людьми, которые перестали быть вам интересными. Близнецы. Не беритесь за рискованные проекты, даже если вам кажется, что все хорошо. Материальное благополучие еще немного неустойчивое. Повремените с началом новых дел. Рак. Велика вероятность того, что сегодня вы будете работать ради собственного удовольствия, а не только ради денег. Ловите момент. Лев. Вы можете быть вовлечены в серьезный конфликт, но старайтесь не идти на попятную, а отстаивать свои позиции, так как потом можете серьезно проиграть. Дева. В этот день стоит заняться планированием будущих дел, предвкушайте перемены, и новые проекты обязательно будут успешными. Только не надо хвататься за все сразу. Весы. Смело планируйте на этот день встречи с друзьями и смело заводите новые знакомства. Удачное время для студентов, которые сдают экзамены. Скорпион. До конца месяца вы будете в разъездах, командировки, поездки к дальним родственникам сделают вас редким гостем в собственном доме. Только не надо придираться к своим домашним, они тоже страдают от нехватки внимания. Стрелец. Этот день будет для вас очень творческим и креативным. Несмотря на проблемы, вполне вероятно, что вам предложат новую работу. Не стоит отказываться, смело беритесь за дело. Козерог. У вас будет много новых идей, но выбрать что-то действительно стоящее вам пока не под силу. Обратитесь за помощью к более опытным коллегам. Водолей. Сегодня вы вполне можете поругаться с партнером по поводу распределения домашних обязанностей. Рыбы. Вас будут много отвлекать от важных дел. Старайтесь корректно, но строго пресекать подобные попытки. Люди, которые воруют ваше время, вам точно не друзья. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в Instagram и Facebook. Ссылки есть в описании. Услышимся!